Несколько часов назад интернет охватила ужасающая новость о внезапной открытой операции на сердце Арнольда. Сразу хочу вам сказать, что по самой последней инфе Арнольд в порядке и уже пришел в себя. Изначальные заголовки были недостоверными, а теперь все по порядку. Американское издание TMZ, которое, кстати, специализируется на скандальных и срочных новостях, сообщило о том, что им поступила информация о том, что Арнольд Шварценеггер перенес срочную открытую операцию на сердце. Источники, близкие к легенде, проинформировали TMZ о том, что эта операция в некотором роде экспериментальная и что в ходе нее возникли какие-то осложнения. Как выяснилось немного позже, на самом деле 70-летний Арнольд поступил в госпиталь Сида-Синай по собственной инициативе в четверг вечером для как раз плановой процедуры на сердце. Ему должны были заменить клапан легочной артерии, который изначально ему установили еще в 97 году. Дело в том, что этот искусственный клапан и не подразумевался как постоянное решение. По словам докторов, он прослужил даже дольше, чем нужно, поэтому Арнольд решил заменить его вчера вечером на новый, более современный и менее агрессивный клапан. Операция длилась несколько часов и на самом деле прошла успешно. Официальный представитель Арнольда Дэниел Кетчелл сообщил только что в своем твиттере о том, что Арни уже пришел в себя, и его первыми словами были «I'm back». В общем, в хорошем расположении Арни. Сейчас он восстанавливается, и его состояние определено как стабильное. В общем, у Арнольда не было приступов, как пишут многие издания, и за океаном, и у нас русскоязычное. И все, в общем, не так страшно, как это преподносили СМИ. Вероятно, Арни хотел, конечно, сохранить факт самой операции в тайне, но информация просочилась, и, как это часто бывает, она была искажена в процессе. Пожелаем Арни скорейшего восстановления. До Арнольд Классик Бразилия осталось всего 3 недели, 20 апреля он состоится. Так что я очень надеюсь, что на нем мы уже увидим легенду в традиционно хорошем настроении и бодрячком. Любые новости о здоровье таких людей, как Арни, хотя таких людей в общем-то и нет, естественно, заставляют очень переживать, поэтому не мудрено, что новость об операции распространялась так быстро и хаотично. Это был канал Спортфаза Перезагрузка. Подписывайтесь и следите за обновлениями. MyProtein. Оригинальный спортбит MyProtein теперь с доставкой прямиком из Англии. Ссылки на их официальные сайты в описании под этим видео. Постоянные скидки и акции и поверх них промокод от Спортфазы. 25% на первый заказ и 20% на любые последующие.